Это украинский фронт сообщил о том, что там присутствуют представители Народной гвардии. Как они выглядят? Как ангелы, спасители. С прекрасными лицами и с очень таким, знаете, пытливым взором. Выявляют всех нарушителей и испепеляют их взглядом. Так вот, демократии сегодня не существует. И думайте сегодня уже не о разбитых камерах или носах. Думайте сегодня уже о том, что за одну ночь или за один час ситуация может поменяться так, что не на пресс-конференции, а оценивая ситуацию каждый у себя, там, в помещении, в офисе, или в кабинете, или дома, мы будем говорить уже о понесенных потерях, считая человеческие жизни. И это уже будут не люди из далекого Киева или Западной Украины. Это, не дай бог, будут наши земляки с вами, которые случайно оказались в эпицентре событий, где идут боевые действия. Поэтому сейчас наша главная задача тех, кто волею судьбы и Господа Бога оказался на руководящих должностях, сделать все на грани закона, но по закону, для того, чтобы не пролилась человеческая кровь. Мы готовы к самым решительным действиям и сделаем все для того, чтобы защитить мирных людей. Если кто-то под руку попадется, пусть не обижаются. Такова жизнь, они сами избрали такой формат взаимоотношений.